Скоро я стану мамой и уже сейчас понимаю ценность каждой минуты, проведенной с малышом. Поэтому я зарегистрировалась на портале государственных услуг Красноярского края. Теперь, не выходя из дома, я могу отправить заявление о регистрации рождения ребенка, поставить его в очередь в детский сад. А после появления второго малыша подать заявление на получение материнского капитала. Очень удобно и быстро.